Так, ну вот дошли мы до озера, до которого хотели дойти. Это озеро недалеко от нас. В общем-то, рядом с аэропортом находится. Лед еще не растаял. Ну, уже такой. Вот оно. Оно такое какое-то фигурное. На карте видно. С какими-то заливчиками, заливчиками. А вон самолетик, видишь? Да, да. А он, видишь, у людей частный самолет. И тут вообще я смотрю, вот они, самолетики. Прям вокруг везде стоянки самолетиков. Да, вот они подъезды. Здесь для самолетов все сделано. А это вот к самолетам крепится для воды, да? Ну, интересно как. Угу. Такие штуки, чтобы приводняться, приземляться на воду. Вот такие вот. И вот так вот все устроено. А я по карте смотрела, смотрю, такое фигурное озеро. А оно специально так сделано, чтобы такие были заводи для каждого самолета отдельного. Тут райончик интересный. Ну да. В мае здесь будет такое как бы рекламное шоу. Будут выставлять самолеты на продажу. Разные, маленькие, большие. Ну, частные. И они будут летать. Вот здесь будет шоу. Постараемся прийти, посмотреть, заснять, показать. Самим интересно. Так, а это вот гостиница, отель, называется Long Hotel, длинный дом. Long House. Ну, отель все равно. И он длинный-длинный. Долго не думали в названии. Вот такой вот длиннющий. Такие вот симпатичные улочки. Здесь вот в некоторых местах такие обычные апартаменты, а в некоторых такие интересные, широкие улицы. А здесь вот все убрали, будут
А, наверное, газон класть. Все так выровняли. А вот вербочка цвела. Около нашего дома тоже все дерево. Здесь вот веточка одна, а у дома у нашего все дерево зацвело. Так красиво. Вот я показывала батуты. Вот так идешь, и видно. Вот так вот сетку сверху. У многих батуты стоят. Если вот так пройтись по одной из улочек, интересно здесь. Так вот, миленькая улочка такая, с видом на горы. Домик вон там маленький стоит, игрушечный. О, шину привязали вместо качели. Кстати, здесь это распространено. Вот сзади на машинах вот такие штучки. Это для велосипедов. Очень много машин с такими вот ездит. Велосипеды сзади вешают. И еще такие вот сверху. И иногда едет машина вся велосипедами увешанная. Семья поехала отдыхать куда-то. Так тихо сегодня, да, птички поют. Слышно. Интересные улочки такие.
такой вот заезд, там лампочка стоит. Есть домики, где есть заборы. Есть просто вот такая вот территория за домиком и все. Вон опять батуты, горки. Хорошо устроено так для деток. Вот какой цвет красивый. Тихая такая улочка хорошая. Где домики, там тихо, спокойно. Поэтому домик хочу. В апартаментах все-таки народ разный. И какое-то вот такое вот брожение. Молодежь шумит. По ночам какие-то вопли, крики. Не знаю, может быть, это из-за того, что у нас дешевые апартаменты. Может, в дорогих такого нет. Вот тут вот такие вот улочки тихие, такие аккуратненькие. Вон он, как смотрится красненький домик. Красненький, желтенький, зелененький. Весел. О, дошли до какой-то площадки. Спортивная какая-то площадочка. Может, что-то играют. А, они танцуют. Танцуют. Какие-то народные танцы.
Ну так вот люди отдыхают. Так вот, дошли мы до парка, еще тут от одного парка до другого по улочкам можно гулять. Ага, здесь какая-то речушка такая маленькая, и вон она бежит. А это плитка внизу, да? Ну, выглядит как плиточка, да? О, а здесь, гляди, как. Такие огромные-огромные ели. И кажется, что домик где-то прям в тайге стоит. Здесь фонари такие, как будто что-то, наверное, что-то и есть, да? Делс. Тоже, может, гостиница какая. Идем по улице, пахнет пирожками. Наши, наверное, где-нибудь живут. Пироги пекут с пирожками. Вот интересный комплекс тоже. Это вот один дом, да, переходящий в другой. Как интересно украсили домик. У него там и рога, и антенны, и снегоходы.
какой-то, наверное, охотник живет. А это вот комплекс апартментов. Вот так вот въезд. И за заборчиком вот такие вот квартирки там. Ну вот, погуляли сегодня. Показала вам нашу прогулочку. Ну, всем пока-пока!